Молодец, Джамбулат. Думал, не прыгнет. Каждый занимается своим делом. Бомбочка. Азамат, все, хватит. Или ты хочешь? Сколько осталось? 250. Нормально, нормально, а то завтра не... На шавар 33. Пару слов, Артур. Об этом вот все, что они творят. Просто дурачиться. Потом в комментариях говорят, что я их заставляю что-то делать. Человеку говоришь, хватит отжиматься, он все равно отжимается. Вот. Как быть? Колено отжимается уже. Вот два лодыря, которые ничего не делают. Лодыри тоже нужны в группах. Вот поэтому Чермень не умеет ни стандарт делать, ни фляг нормально. Потому что вместо того, чтобы учиться, он стоит у батарейки, греется, с Артуром болтает. Вот так вот. Сартак, как всегда, запаривает старших. И потом получает от них. Но это его не останавливает. О, тут очередь. О, Азамат, вы опасно как-то все делаете. Кто не уверен, даже не залезайте. Маты поближе поставьте. Очередь в булочную. Вот у нас драченые наши. А? Арахи. Будешь драться еще? А? Скажи, буду, да? Конечно, буду. А? Захар. Что ты? Осталось 10. 10 осталось. Ты даже не вспотел. Ты хочешь сказать, 1000 приседаний сделал и не вспотел? Ты не потеешь? Молодец. Адам, ты убийца хочешь? Тебе жить надоело? А зачем ты так делаешь? 500 отжиманий еще давай.
1 марта 23 года. Спортзал селения Дон-Гарон. Ровно 6 лет назад здесь появился ковер, секция греко-римской борьбы. Движемся дальше. И, конечно же, вот профессионалы, наш чемпион республики в супер легком весе. Готовится на СКФО, пашет, тренируется, скромный, скромняга, амин. Скоро интервью будешь давать на канале у нас. Азамат все поджимается. Рахим, давай отжимайся. Так, там что-то придумали. Пойдем на ту половину зала, посмотрим, что тут за движение у них. Коленями груди надо давить. Коленями груди, потом раскрываемся на прямые ноги. Вот Джамбулат тоже, оказывается. Вот молодец. Ноги выпрямляем. Что ты втыкаешься? Что? Не сможешь отжимания делать? Ну, если не попробуешь, не узнаешь. Давай, начинай, иди. Иди рядом с ним. Сейчас посмотрим, как Паша прыгнет. Если честно, ни разу его не видел, чтобы он залазил как-то высоко и чтобы что-то делал. Ага. Молодец.